Греция продолжает переговоры со своими европейскими партнерами по вопросу о своем внешнем долге. Министр финансов страны Янис Варуфакис, который сейчас находится с рабочим визитом во Франции, выразил пожелание, чтобы выплата задолженности была привязана к темпам восстановления экономики Греции. Он также заявил, что не намерен встречаться с представителями МВФ, ЕС и Европейского центрального банка для обсуждения условий экономической помощи Греции. В то же время премьер-министр страны Алексис Ципрас заявляет, что договоренность с ЕС и МВФ может быть достигнута и что Афины не намерены действовать в одностороннем порядке.